Говорим о прошедших выборах, которые еще недели две будут обсуждаться на каждой кухне страны. Итак, результаты известны, вернее, предварительные результаты, как пишут до сих пор сотрудники ЦИКа. Они были, конечно, предсказуемы, и тем не менее, вот победила «Единая Россия». Каково послевкусие, Андрей Сергеевич? Ну, мне с каждым разом все более и более оно отвратительно, если честно, так вот, если меня лично спрашивать, какое послевкусие. Но в этот раз у меня было ощущение, что я точно знаю, как все будет, к сожалению. Совпало? Безусловно, до десяток долей. Но руководство республики, не сильно стесняясь, вчера заявило о том, что мы выполнили поставленные задачи, дословная цитата. То есть... Я даже вот не склонен как-то упрекать в чем-то дорогого Ради Фаритовича, в том смысле, что ну, поставили задачи, надо выполнять. Задачи были выполнены. То есть послевкусие нехорошее. И нехорошее не потому, что там не сбылись мои ожидания, например, да? То есть, а они, их, собственно, вообще не было. Не было. Я хотел только спросить, вы рассчитывали, чтобы победить справедливо в России? После всего того, что было? Нет. Ну, дело в том, что в этот раз на выборах я... как говорится, не знаю, там, Бог спас или моя прозорливость от того, чтобы быть ну, официальным лицом какого-либо штаба. То есть я консультировал нескольких кандидатов с той или иной меры. Я так понимаю, по правилам, по своим правилам вы не будете говорить кого? То есть, конечно, нет, да, не буду. Но это неэтично, это неправильно, да, там возникнут сразу вопросы, куда делись миллиарды мною заработанные, то есть как обычно, да, то есть оценят часы, там 2 миллиона рублей, значит, ну и прочее. Нет, я к тому, что ожиданий у меня не было, у меня была ну, совершенно четкая такая практическая задача, ее, на мой взгляд, исполнил, в принципе, и как бы ни от одного из кандидатов не получил ни упреков, ни вопросов. Но, честно говоря, ожиданий у меня не было никаких, ну, связанных с какой-то перспективой. То есть я примерно понимал, как все будет. Единственное, конечно, ну вот по «Справедливой России» я знал, что должно быть там 5-7%, то есть свыше 5 до 7, но тут случилось вот это вот несчастье у Ради Фаритовича и у Сергея Михайловича, соответственно, значит, ну и как результат этого конфликта мы видим вот эту вот картинку. Но это скорее мелочи на самом деле. Ну, такие мелочи, которые не позволили кандидату «Справедливой России» да? пройти в Госдуму, хотя, ну, в принципе, раньше он проходил. Для кого-то это действительно жизненная... большая неудача, скажем так, не назову это трагедией. Но ведь Гаджимурад Зейрбекович, да, который очень плохо говорит по-русски, поэтому очень мало говорил, вот мы с вами были в пресс-центре ночь выборов, практически не выступал, только держал микрофон, видимо, потому что он знает о своем недостатке, что он очень плохо говорит по-русски, в Дагестане проходит. Он, насколько я знаю, там спокойно проходит в Госдуму, он будет депутатом Госдумы, но только уже не у нас, а в Дагестане. Ну, у меня немножко другая информация, там другие кандидаты проходят, я не могу сейчас говорить. Другие кандидаты, но да. Вот у меня информация, что он там... Не могу пока вот, комментировать. Не то, что не могу, потому что не знаю, вот я, честно говоря, не следил за этой ситуацией. По поводу русского языка Омарова я тут не соглашусь, он достаточно грамотно говорит по-русски, неплохо говорит, есть акцент, но, простите, мы можем... Заступаетесь, все-таки работаете за него? Нет, конечно, я работаю и консультировал его на этих выборах, это безусловно, но я к тому, что это вообще не очень этичная тема насчет акцента. Согласен, соглашусь. Вещей, да, то есть, потому соглашусь. Что мы сейчас как вытащим на поверхность пару-троечку наших героев, да и, собственно, самого Ради Фаритовича с его косноязычием и отсутствием словарного запаса. Сейчас я заступаться начну. Да, ну, нет, я вот все-таки как профессионал скажу, что словарный запас у него совершенно мизерный. Тут как бы не надо вот эти вещи поднимать, на мой взгляд. Мы же все-таки о выборах говорим, о персоналиях. Да. Угу. Хорошо, договорились. Традиционно Геннадий Зюганов заявил, что у них украли выборы. Да, куда деваться? Я традиционно заявил, что надо народу выйти на улицы, высказать свое мнение, выступить в защиту нашей коммунистической партии. А вот как считаете, что будет дальше? Выйдут или нет? Они уже вышли на Пушкинскую площадь, организованно вышли, покричали, господин Рашкин, значит, там в рамках закона, значит, пошумел. И мирно все разошлись, значит. Но это обычная ритуальная история. Коммунисты действительно в этом сезоне могут быть обижены, потому что они реально набрали больше, чем им дали. Это откуда у вас такая информация? Ну, это моя аналитическая информация. То есть я анализировал в ходе этих трех дней довольно большой массив данных с УИКов, ну, башкирских.
То есть я по Башкирии могу. То есть все-таки выборы, итоги выборов подводились не у Лоны Анатольевны, да, а у вас. Нет, в вашем офисе. Ну, конечно, у нас разный уровень подведения итогов. То есть, ну, на мой взгляд, мои-то результаты получше будут, чем у Илоны Анатольевны с точки зрения объективности. Да, скромно, с точки зрения объективности. А с точки зрения значимости для страны, конечно, Илону Анатольевну переплюнуть сложно. В том смысле, что ее результаты де юре легитимны, а мои объективны. То есть, ну, это очень разные вещи, да, то есть квадратные и коричневые. Соответственно, здесь нужно о разных вещах и говорить. Вот. А, ну, Илона Анатольевна в этот раз, конечно, на износ работала. То есть такое политическое садомазо в течение. Сарказм слышу в голосе вашем я. И он не скрываем совершенно этот сарказм. Говоря языком Звездных войн. Потому что женщина это проявила чудеса. И, ну, наверное, надо ей, видимо, и воздаться должное, то есть в определенных там кабинетах или там в определенных инстанциях, но я, честно говоря, как бы не стал бы ее героизировать. То есть это человек, который, на мой взгляд, нанес колоссальный политический вред стране. Такая должность у руководителя ЦИКа региона, вот я не помню ни одного, который работал на Илону Анатольевну, чтобы про кого-то сказали «хорошо». Это такая расстрельная просто, на самом деле, должность. Может быть, да, вероятнее всего в современной помните, России. Помните, я не буду сейчас называть фамилию, да, грязный Барри, помните, да, прозвище, у кого каких только прозвищ не было. Ну, это, скорее всего, действительно реальность современной России, то есть на этой должности не может быть. Человек, который не утратит репутацию. Ну, Элла Памфилова, наверное, человека, который занимался правами человека, стал руководителем ЦИКа, наверное, вот попытались уравновесить, сбалансировать эту историю, потому что человек, который заступался за невинно осужденных, там, я знаю, что она во многих добрых вещах, в том числе касательно Башкирии, принимала участие, сейчас она руководит ЦИКом, и в ее сторону, извините, летит меньше негатива. Все равно. Ничего подобного, нет. Элла Александровна – это некий такой политтехнологический ход, ну, безусловно, блестящий, в том смысле, что после там, вот, Чурова и вот прочей вот этой вот, компании, конечно, было бы сложно найти человека, который сразу бы не воспринял на себя весь негатив, который уже сформировался вот вокруг этой должности, да, вот даже без лично, без человека. Да. Некоторое время Памфилова действительно внушала некие надежды. И даже в 2016 году, я помню, были с ее стороны вполне себе рациональные действия в ходе выборов. Ну, рациональные с точки зрения целесообразности. Но сейчас все, вот в последний период до выборов, когда произошли некоторые изменения в законодательстве, причем такие серьезные, и уже теперь в ходе самих выборов, то есть Элла Александровна во всей красе предстала. Соответственно, то есть когда она рассказала... То есть она тоже плохая теперь? Ну, что значит плохая? Черная, белая, да, то есть, если брать с точки зрения пользы для государства, для общества, для социума, то, конечно, она безусловное зло. Вот. Но, как бы, если брать там пользу, например, для Путина и для Единой России, она безусловное благо, которое несет им победу, власть и деньги. То есть, ну, несмотря на чьей стороне. Хотя, если посмотреть интернет, она очень много критиковала власть всегда. Да. В том и дело, что до определенного момента, но когда Элла Александровна рассказала нам, что видеонаблюдение – это зло, вообще, видеонаблюдение на выборах – это зло. Она сказала, что это вредная вещь, развращающая общество и прочее, прочее. После этого можно было дальше ее не слушать. В принципе, наверное, ну и не надо было. Мы с вами были вот в пресс-центре «Ночь выборов» вместе, да, принимали участие даже в одной из секций, которую я вел. И, не знаю, видели вы или нет, когда принимали участие иностранные наблюдатели, хотя их запрещено было называть наблюдателями, они были эксперты. Но это иностранные туристы были. Да. Да, ну опять ваш комментарий. Сын президента Никарагуа там был, и был интересный такой немец, что и что. Вот я не помню его фамилию, да. Вот. Настоящий немец. Да, и он произнес, я задал вопрос, чему бы, допустим, немцы или Европа могла бы поучиться у Башкирии в плане выборов. Он сказал, что было бы здорово везде вести такое же видеонаблюдение, как в России. Я задал вопрос, а что, какие проблемы с интернетом в Германии? Я слышал этот диалог. Да, я просто немножко в недоумении оказался. Неужели в Германии нет системы видеонаблюдения? Оказывается, немцы очень практичный народ, они не тратят на это деньги, потому что интернет и система видеонаблюдения – это очень дорогое удовольствие. Безусловно, да, но в наших реалиях, когда, во-первых, размер страны,
нельзя сравнивать Германию и Россию. Германия, да, как Белорецкий район. Проникновение, ну, не как Белорецкий район, побольше, конечно, побольше и Башкирии, но, тем не менее, все равно эта страна несравнимая по площади с Россией. Проникновение гражданских институтов существенно более эффективно в Германии, то есть и существование этих гражданских институтов, потому что во всем мире наблюдение – это общественная функция. Uh-huh. В Америке, в Соединенных Штатах Америки, если вообще можно это государство упомянуть в вашей студии… Почему значит, нельзя? Ну, даже все нужно. Все еще можно. Это не наша студия, это студия Business FM. Так вот, в Штатах вообще структура избиркомов – это общественная функция. То есть, вот УИКи, условно говоря, то есть они там... Ну, у них мэр, в принципе, тоже человек общественный. Нет, у них даже шериф человек общественный. Выбирает. Местной полиции, да, выбран. Ну, то есть, ну, мы не об этом говорим, мы говорим о структуре наблюдения. То есть, в нашей стране, в наших реалиях, при вот подобном уровне недоверия к выборам, причем из разных источников недоверия, то есть, условно говоря, коммунисты не доверяют результатам выборов, а сегодня представители КПРФ в Башкирии заявили о непризнании выборов. Результат выборов Башкирии. Сколько, господи, людей, которые... Справедливая Россия, Справедливая Россия заявляет, значит, там представители, там, ну, не знаю, как это называется, движение Навального, там, всячески критикуют и заявляют... Запрещено в Российской Федерации, кстати. Штабы признаны экстремистскими, а сам Навальный не запрещен Российской Федерации. Он просто сидит в тюрьме. Да. Так вот, я имею в виду последователи этой идеологии, они тоже критикуют это все, да, там, всевозможные либерасты, либералы и прочее. То есть... У нас уровень недоверия к выборам так велик, что нам просто необходимо видеонаблюдение. Потому что это какая-никакая фиксация. Uh-huh. То есть в случае каких-то спорных моментов можно их будет разрешать. Потому что, ну, условно говоря, вот сейчас вот в ЦИКе Башкирии лежат запечатанные мешки с бюллетнями, туда же вложены итоговые протоколы УИКов. И от некоторых, нескольких и многих членов УИКов и председателей избирательных комиссий участковых я слышал о том, что результаты, которые пошли в протоколы ТИКов, ничего общего не имеют с тем, что они там написали в этих протоколах. Но мешки опечатаны, все это за семью печатями, за железными дверями. Технически у нас еще ни разу не было прецедента пересчета бюллетней вот на выборах в Башкирии. Однажды было решение суда о пересчете в Нефтекамске. В Нефтекамске в ночь перед реализацией решения суда сгорает архив, где лежат эти мешки. Видеонаблюдение немножко бы это все дело облегчило. Угу. Было бы здорово сделать видеонаблюдение за подсчетом голосов. Вот буквально за столом. Потому что вот на этом столе и происходит вот эта вот странная манипуляция. Да, вот это кручу-верчу, запутать хочу, значит, в какую стопку что положили и так далее. То есть, ну, вот так как-то пока. А сколько еще будет колбасить несогласных, назовем это так? А, вы хотите... По хронометражу, вот месяц, прогноз? Два, три, да. Вот сколько? В этом году очень недолго. Почему? Потому что уровень апатии, уровень нежелания идти на выборы, вот у нас Башкирия дала рекордную явку, ну, во-первых, она умножена, ну, на мой взгляд, удвоена. В сознании. На мой взгляд, абсолютно справедливо. Я просто вот несколько раз так получилось. Сам ходил, потом жену отвозил, потом родственников возил. Извините, муниципальная телекомпания, мы обязаны проголосовать. Mm-hmm. Нас 130% проголосовало, потому что я без ложной скромности, у нас 100% проголосовал коллектив, и еще там 40 голосов родственников пришло. Так вот, я каждый день 3 дня ездил сам, потом с женой и возил родственников. Очередь стояла. Вот не поверите, ну, очередь стояла в избирательный участок. Я верю, очередь стояла в избирательный участок, куда перебросили, например, всех сотрудников мэрии. Ну, в воскресенье кого перебросили? Ваши тоже случаи. Было такое, на Арбате было несколько участков, где прямо очередь стояла на улицу по 200 метров. У нас тоже на улице фотографии. Это называется показать. Мобилизация, да. Но в целом, конечно, вот этой явки, безусловно, не было, не могло быть, потому что, ну, вот я больше верю математике и логике, чем Илоне Анатольевне. Да и, собственно, оснований мне верить ей нет. Вот. Никаких. Угу, хорошо. Я-то ее знаю как исключительно порядочную, честную женщину. Я лично с ней знаком. Крупно везло. У вас есть личный опыт, а опыт, как известно, это высшая ступень познания по Карлу Марксу. Да? Но у меня, к сожалению, этого нет. Понятно. А вот у меня, знаете, такой... самого мучает этот вопрос, такой, знаете, вот прям как парадокс, да, а вот почему, несмотря на все усилия, которые предпринимает партия «Единая Россия», а ведь сделано действительно очень много за последние годы, вот очень
как бы единодушной поддержки у партии все равно нет. Потому что не было сделано очень много. Понимаете, вы отождествляете деятельность государства как аппарата и как распределительные функции бюджета отождествляете с функциями партии. То есть, когда партия говорит, мы построили мост, ну, или мы построили бассейн, на прошлых выборах, нет, в 2011 году была такая замечательная история, 100 бассейнов Единой России. За счет муниципальных и городских и республиканских бюджетов построили там, ну, 100 бассейнов не задалось, конечно, но какое-то количество бассейнов. Приехала Единая Россия, прилепила туда баннер, открыла, то есть бассейн Единой России. Если так считать дела партии, то, конечно, там все грандиозно. Потому что без бюджета государства у нас не обходится вообще ничего. Все мосты, аэропорты, бассейны и дороги построены за счет государства. И если это отождествлять с деятельностью Единой России, то да. Но дело в том, что даже математически Единая Россия – это не все общество и, соответственно, не все государство. Не имея никакого отношения формального к бюджету, кроме как получения довольно крупных ассигнований из бюджета на свое содержание, Единая Россия не может себя отождествлять с бюджетными расходами. Хотя бы потому, что даже формально существует некоторое количество людей, которые не считают Единую Россию своей политической партией, своей, избранные ими. И, то есть они имеют право на некое иное суждение. То есть Единая Россия не имеет права монополизировать бюджет Российской Федерации, но, к сожалению, звучит это так. Но, тем не менее, это партия власти, и она определяет, куда направлять бюджет Российской Федерации. Ну, в смысловом понимании, партия власти – это любая партия, которая находится, там, условно говоря, в парламенте там, того или иного уровня. Но с точки зрения, с точки зрения распределения бюджета, эти функции сейчас очень сильно секвестированы. Бюджет, конечно, утверждается и парламентом России, и парламентом регионов, но он ими не читается. Он утверждается автоматически. То есть тут дискуссии особо нет, но этому иллюстрация наши башкирские депутаты, которых однажды на выходе после утверждения бюджета спросили, а вы его обсуждали? Они сказали, да мы его даже не читали. Ну, то есть, как были такие честные. Есть чудесное видео на эту тему, да. Ну, то есть, к сожалению, это формальность. Потому что, по сути, бюджет утверждается. Он определенным образом, конечно, перетягивается и перекраивается в бюджетном комитете и в некоторых других комитетах Государственной Думы, но в конечном итоге, конечно, верстается он в правительстве. И сейчас функции правительства более грандиозны, соответственно, если бы правительство было тождественно исполкому Единой России, тогда можно было говорить о том, что это так. Но все-таки давайте не будем сливать функции государства и функции политики. То есть политическая партия – это не Минфин, и не министерство, и не ведомство, и не должно на себя примерять вот эти вещи. У России свой путь. Помните? Да? Путь в никуда, если только. А в остальном-то своего пути не бывает у всех. Есть либо нормальный путь, либо не очень. Понимаете, да? То есть это красный и зеленый свет, да? То есть если мы говорим, что мы ходим через улицу на красный свет только потому, что все остальные делают иначе, это, наверное, не очень рационально. Ну, в Дагестане, кстати, многие ездят на красный. В Италии, да. И нормально. Вот почему эти выборы так важны для Кремля? Очень много ресурсов ушло на доказательства легитимности и прозрачности. Зачем? И еще, кстати, много уйдет. Мы сейчас присутствуем при фестивале легитимизации выборов. То есть такой период во время выборов. Есть там предвыборный период, агитационный период, а сейчас есть период легитимизации результатов, так называемый. Да? То есть, когда нужно доказать, что все было правильно, честно, а самое главное, верно и справедливо. Зачем? Ну как, для Кремля, как бы там ни говорили, вообще для власти любой, очень важно признание ее на всех возможных уровнях. Да? То есть, например, скажем, условно говоря, если там власть Путина и Единой России, и вообще вот этой вот группировки, которая у нас называется властью, не очень признается за рубежом, например, да, то есть во многих странах вообще они там их там выгнали из всяких там G8, там прочих, всяких. Ну, Берлускони тоже не любят, хотя они европейцы. Я говорю о любой власти, что для нее очень важно, чтобы была легитимизация. То есть внутри страны это очень важно, потому что виллы-то они вот здесь. То есть, условно говоря... Виллы с двумя «л» или... Виллы нет, виллы там, на острове Гарда, а вот виллы-то они здесь, вот эти вот, которые в навозе, вот этот шансовый инструмент. Гарда-то в Италии. Вот виллы вот как раз там, на том озере, а здесь вот у нас виллы. Соответственно, это очень важно, чтобы население, по крайней мере, не испытывало затруднения с идентификацией законности. Да? То есть, законный президент – незаконный, законный парламент – незаконный. Потому это очень важно сейчас это утвердить, доказать, показать. А раньше почему так не было это важно?
важно. Раньше точно так же было важно. И да. также это все легитимизировалось. Вот я просто наблюдаю, что прям очень много усилий. Дело в том, что сейчас вот это усилие по легитимизации власти прямо пропорциональное незаконности ее прихода к власти. Я просто соответственно, он говорит, что это 24-й год впереди, и поэтому. Нет, вот мы переходим теперь зачем? Почему мы сказали зачем? А зачем? Затем, что вот этот парламент будет совершать трансфер. Трансфер власти. Да, он будет присутствовать при трансфере верховной власти, а верховная власть у нас одна. То есть, соответственно, вот. Все-таки преемник будет. Очень ответственно. Путин уйдет. Биология нам говорит о том, что это обязательно случится. Я цитирую Маргариту Симоньян, которая знает все. Конечно, Путин уйдет. Судя по всему, он уйдет раньше, чем умрет. Соответственно, мы увидим вот этот вот переход к какому-то иному физическому лицу. Но это произойдет в 2024 году или позже? Нет, я думаю, что, конечно, позже. Потому что до 2024 года Путин будет заявлен как претендент на выборах номер один. И он состоится на этих выборах как президент. То есть будет выбран. Хоть тушкой, хоть чучелом. А вот потом произойдет трансфер. То есть нельзя, иначе мы получим эффект хромой утки, если мы вдруг сейчас услышим, что Путин идет на выборы 24-го года. Да, я слышал про обнуление, когда говорили, что нельзя говорить, что Путина потом не будет, иначе его просто все перестанут слушать. Да, но это называется эффект хромой утки. То есть все говорят, понятно, он же уже не идет, и уже какое-то количество, особенно, понимаете, нужно контролировать в первую очередь элиты. То есть, вот если они начнут смотреть по сторонам и, как говорит, по-моему, кто-то вот или Хабиров, или кто-то говорил, глазами искать вот эту вот замену, да, то есть, когда они начнут, то есть отвлекаться от главного. То есть, если, не дай бог, Игорь Иванович Сечин начнет себе искать какую-нибудь новую опору на будущее, да, то есть, или кто там у них еще в будущем решил остаться, соответственно, какой же он верный вассал? Он уже в поиске нового союза. Соответственно, может и подвести в какой-то момент, да, то есть, а вдруг там претендентов Сечин будет два. Никогда не подводит. Я понимаю. Нет, Игорь Иванович это кремень, да, безусловно, но я имею в виду образно, вот какой-нибудь. Он даже что-нибудь. Онкологию победил, насколько я знаю. Не уникальная, конечно, история, но я рад за него, безусловно. То есть, в клиническом смысле очень даже рад. Вот если раньше концепция делегирования в Госдуму была такая, побольше наших башкирских людей, то теперь нужны лоббисты, способные решать задачи на миллиарды. А вот у наших доморощенных, да, башкирских депутатов таких возможностей никогда не было и нет. И не будет, судя по всему. Это достаточно такая пропагандистская конструкция. Ваше отношение к такой идеологии? Это глупость. Почему? Мы же решили вопрос на 18 миллиардов, кампус у нас есть. Это же понятно, что это сделано, сейчас боюсь кого-то обидеть, не Марданшиным и не Байгускаровым. Безусловно, не Марданшиным и не Байгускаровым, да, но и не одним из тех, кто пойдет теперь в Думу. Я знаю, что да. Господин Сидякин остается. Я сейчас имею в виду Орлова, потому что, насколько я знаю, Орлов в этом процессе принимал самую активную участие. Она зашла и попросила, и сказали да. И сказали, да, не вопрос, 18 миллиардов, какие мелочи. Может быть, безусловно. То есть, концепция о том, что должны быть лоббисты, она правильная. То есть, формально. Это так, действительно. То есть, нам не нужны в парламенте представители республики, которые не будут приносить физически, там, материально... финансовую пользу республике. Это абсурд. То есть, я почему всегда был против этих вот спортсменов, певцов, там, артистов и там прочих людей. Потому что нет, они хорошие ребята, но они не на своем месте. Даже лидер группы ЛБ там посидел одно время. Много кто там посидел, да. У меня, говорят, 30 секунд осталось до конца эфира. Вот я задам вопрос. Мы с вами в пресс-центре обсуждали будущие выборы, что в скором времени голосовать люди будут через интернет или даже по телевизору. И многие согласились, что это реально. Не в скором времени, в таком человеческом понимании. Я думаю, что 10-15 лет до полной отладки этой процедур необходимо. И этому будут результаты люди верить больше, чем Примерно 2/3 этого времени уйдет на доказательство надежности системы. Спасибо. Это был Андрей Потылицын, политтехнолог. Мы говорили о прошедших выборах. И вся Уфа на Бизнес ФМ. Всего доброго. До свидания.